Как справились с первым снегопадом, коммунальные службы обсудили на еженедельном совещании в городской администрации, которое провел исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Если улично-дорожную сеть удалось очистить от первого снега, то уборка пешеходных зон и территорий во дворах вызвала нарекания как жителей, так и специалистов городской административно-технической инспекции по благоустройству. Состояние проездов тротуаров как внутридворовых, так и внутриквартальных территорий выявлено 355 необработанных противогололедными материалами участков на дворовых территориях, выходы из подъездов и дворовые тротуары и 43 неочищенных проезда. Напомним, первый снегопад в городе начался 5 ноября. На улице по распоряжению Ивана Носкова сразу вывели более сотни единиц техники и 50 дворников. На следующий день количество людей и техники увеличили. Уборка шла в круглосуточном режиме. Однако результатом руководитель города остался недоволен. Если по улично-дорожной сети мы практически везде справились, нареканий не было, то по тротуарам и по внутренним дворовым территориям это как бы достаточно серьезная проблема. Попрошу коллег всех, особенно глав районов, отнестись к этому серьезно и взять это на контроль. Потому что все бодро отчитывали, что к зиме готовы, все есть, и дворники, и реагенты, и техника. Вот первый маленький-маленький слабенький снегопад. Результат. Поэтому по дорожной сети удовлетворительно, по всему остальному минус. Уважаемые главы районов, это ваша персональная ответственность. Вот с каждого из вас за это будет отдельный спрос. Иван Носков призвал наладить взаимодействие с госжилинспекцией, с управляющими компаниями и подготовить статистику по количеству протоколов, выписанных административной комиссией. А если их нет, то объяснение, почему они не выписаны. Этот вопрос отдельно рассмотрят на оперативном совещании с руководством Департамента благоустройства и представителями коммунальных служб города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.